Наступал. Так, София кормит. Скакала. Прям чем? Ну, как-то там рысью, кажется. Рысью, кажется. Так, кто еще желающие? Вот сейчас я Сонька. Попробую. Так, Лиза, держи. Давай держи. Свою каску снимай. Каску, да. Я ее не дам, наверное. На всякий случай. Конечно, надеюсь, тебе не будет, наверное, нет. Ну, ты, Лиз, накаталась, вообще. Ну, нам все рассказали, объяснили, пока мы ехали сюда. Да, а как чего, что? Просто нажала кнопочку. Какие процессы? Ты теперь грамотный? Да. Во. Я теперь знаю... Организаводчик. Все, практически. А я тебя тоже знаю. Да. Ну, правда, пока у тебя страх есть. Ну, как это не было. Вот с моей стороны, вот через эту табуретку, чтобы... Да, можно. Точно так же, левую ногу сюда. Да. И садись. Итак, София начинает свое первое занятие на московском ипподроме. Берем повод на орловском рысаке. И с той стороны тоже. И чуть-чуть покороче, да? Небольшое натяжение. То есть это другого направления. Ты должна будет как-то выйти. Для этого нужно уже, да, чтобы тебе не приходилось там какие-то движения делать, чтобы управление все было лучше. Позвала и сходно. Позвала и сходно. Да? Налево включишь, налево позвала, направо включишь, направо позвала, но обязательно возвращаешь руку на исход. И контролируй одинаковость, да? Оба повода взят, только не так размахивайся. Аккуратные, плавные движения. Чтобы он чуть вперед пришел, пошел, шинь отсюда до конца икры. Прижимаем к нему, прижимаем, и он начинает двигаться. Чтобы остановился, нужно его потянуть на себя, но он остановится. Еще чуть покороче повод. Погнали, погуляем. Пока. Плечи ровно, руки внизу. Органы проводят. Органы. Держи как надо. Вот София, первый свой круг верхом на... Так, Лиза, ты помнишь, как зовут? Кого? Коня. А-а-а. Борис сокращенно, да. А полное? Бор что-то там. Борис. Ой. Thank you.
покороче проволоки, чтобы у тебя управление было. Как у тебя дверь не становится, ты просто руки забираешь. Вот и правый повод держи плотнее, чтобы он ко мне не заваливался. Вот там, не болтай. Плечи ровно. Старайся сильно не откидывайся назад. Вертикально ровно. Пятом держи. Почувствуй упор. Опять ровно перейдите. Вот так, да. Периодически это проделано. Пяточки, чтобы смотрела вниз. Сама подбородок выше, ножки туда, куда есть. Порежно параллельно. Еще перехватывай повод и не давай ему его вырывать. Показывай его сюда идти, а ногой поставь. Вот так. Вот так, правый повод. Вот так. Покажи ему, что ты управляешь. Не он тебя возит куда, ему придет в голову, а ты его просто стопишь. Ко мне садись, не откидывайся так сильно назад. И у тебя куртка такая. Ровно плечи раскрой, и попробуй поприставать. Можешь для начала держаться, да, вместе с поводом для меховых и вытянуть на ногу. Ничего, ничего, не бойся. Вот, еще раз, давай стоя попробуй. А потянись еще раз, тебя не пахнет, чтобы он затянет. И садись. Да, еще раз. На раз, два. Раз, два. Еще сильнее. И ножками теперь. Ножками толкни. Чуть посильнее. Толкай. Да, да. Молодец. Ничего, ничего, ничего. Толкай. Руку чуть-чуть вперед, а ногой толкай. Когда хочешь, чтобы он пошел, чуть-чуть руку отдавай, да? Чтобы он понял, что нужно идти двигаться дальше. И дальше держишь только контакт. Немножечко натяжение. На себя сильно не тянешь, но при этом, чтобы не провисать, да? Ты периодически играешься, да? Левым поводом мягенько позвала, правым поводом позвала мягенько, чтобы он чувствовал, что ты не просто, да, что ты не просто сидишь там в поводе, боишься сидеть, а то, что ты управляешь, можешь его потянуть направо, налево, толкать, толкать, толкать. Попробуем рысь? Давай, держись вместе с поводом за мешавушку. И попробуй посильнее прижать шейкель и двинуть его. Двинь. Он галопом у тебя поскакал. Ну, не страшно же? Ну, страшно. Как ты стал? Подтолкни ногой чуть-чуть. Да. Ну, давай попробуй сама. Это я его подогнал, и он просто поскакал. Ну попробуй прижать шейки. Еще, 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 еще. Давай.
вот в этот момент ты чувствуешь, тебя подкидывает наверх. И вот в тот момент, когда тебя подкидывает, ты пользуешься той инерцией, которую он тебе создает. Да, и чуть-чуть поднимайся, чуть-чуть побольше вытягивайся, как бы экономя свою энергию, пользуйся энергией коня. Он тебя и так подкидывает наверх, тебе нужно просто задержаться там на мгновение. Поехали. Да-да-да, все получается. Еще раз. Боюсь его сильно подгонять, чтобы он тебя не вырвал. Давай, еще раз попробуем. Да-да-да, сперва шагом пойдем. Потом, как будешь готова, чуть посильнее его двинешь ногой. Вот, побежу. Так, занятие у Софии завершилось. София, довольна? Да, очень. Эй, живой, не забудь живой. Погладить лошадку. Побеждаю, вот именно здесь остребят. Направляйся и спрыгивай в мою сторону. На тебе сахар. Он и так вот, то есть нет никакой опасности дать вот так сахар, да? Он видишь, если я ему не даю, он мою руку не будет есть. Почему? У нас, кажется, может, какая-то дикая какая-то лошадь была, которая начала зажевывать руку Лизы. Просто чашечку делаешь из ладони, и все. Вот потом. Вот так? Вот золото. Такая мягкая. Спасибо большое. Что есть желающие? Дрон, Влад. Влад. Все, сейчас Андрей. А, Андрей, да. Давай, тишина. Так, мы заканчиваем.